Всем привет! Пойдемте смотреть моих утятин. Принял решение расформировать все это стадо. Начинаю продавать селезней. Вот такие вот у меня белые селезни. Вон еще один стоит. Вот коричневый селезень тоже на продажу. Вот этот черненький, вот этот черный. Уток пока оставляю всех себе. Оставляю соседского селезня. Кому надо, могу этого продать. Ему 1,5 года. Или 1 год и 7 месяцев. Брамки подросли. И слоненьки красивые ходят. Перед Новым годом устраивал распродажу, по 750 рублей отдавал. Пару штук забрали. Осталось еще, не помню сколько. Теперь они у меня 1500 стоят. Хорошо, скажи, на улице тепло. Можно в снежку покупаться, да? Наконец к нам пришла зима. Набрал уже яйца от мини-мясных на инкубацию. 40 штук. Завтра еще последний раз соберу. И в инкубатор их. На следующей неделе еще немного наберу. Тетенька обещала приехать забрать. Еще собираюсь съездить в генофонд Сергиев Посад, закупиться яйцом. Если кому-то что-то нужно, пишите, прихвачу и вам. А вот этого утака я себе оставляю. Это соседский парень. Видите, какая морда красная у него? Готов к спариванию. Всех взрослых уток перетоптал уже. Какие вы грязные сейчас. Да? Скажи, ничего, тепло будет, воду нам поставишься и помоемся. Хорошо сегодня на улице. Дождались в конце января зимы. А тут еще февраль будет с небольшими морозами. И весна. Хорошая зима в этом году получилась. С точки зрения температуры. Фыр-фыр буду тебя звать. Фыр-фыр. Фыр-фырчик. Пойдем еще свинюк посмотрим моих. Привет, чумазины. Петушки мини-мясные, кстати, очень хорошенькие. Они ручные такие. Черные все, как черти. Вон, витаминками их пою. Был бы мороз, и земля подмерзла бы, они не рыли, были бы чистые. Позавчера солому насыпал, опять все в грязь превратили. Что я буду делать с теплицами весной, вообще не представляю.
как наелся ты. Посмотри, какой зоб у тебя большой. Вам в апреле уже будет год. По-моему, 4 апреля. Или 8. 8. Да, красавчики? Же курочек нам не хватает. Мы уже сидим, деремся между собой. Курочки ваши уехали в другое хозяйство еще осенью, по-моему. А вас очень медленно разбирают. Ну, непопулярная порода, они больше декоративные. А так яиц от них много не набьешься. Мясо ждать тоже долго. В года полтора можно будет его на мясо отправить. Какой красивый. Они такие длинные. У них рост сейчас, наверное, сантиметров 80-90, если вытянется, так станет. Ладно, нужно пойти к курицам поить, тоже витаминки им поставить. Цыплят проверить, которым уже 2 месяца и 2 недели. Это украшение для участка. Вот это вот уточка пришла. Это вот из новых моих уток, из свежевыведенных. Чуть больше 2 месяцев. Вру. А в середине февраля им будет 5 месяцев. Вот. Ну и 5 месяцев их либо на забой, либо распродавать и оставлять на разведение. Ну вот эта утка останется дома. Ребята его накучивают березу. Кору пытаются отодрать. Они сегодня разгулялись у меня. Ну что, вот такое у меня сегодня утро. Тихо, тепло, снежно. Вот вам утку под елкой. Пока!